Кажется, я вчера не сказал, что у меня немножечко проходит нос с таким пластырем и немножечко начинает болеть то место, где был зуб. Но сегодня я хорошо спал долго и хотел бы сейчас опять хорошо спать, но не тут-то было. Я начал экспериментировать, эксперимент ужасно затянулся и все закончилось так, как и ожидалось. Единственное, что есть еще небольшой минус. В общем, я пытался протестировать вот эту вот игру, в которой предлагают там, что вот смотришь рекламу, и там появляются какие-то центы там или доллары или что-то такое. В общем, каждый раз по-разному. Сначала побольше, потом все поменьше, поменьше прибавляется. В общем, там так написано, что когда у тебя будет 500 долларов, тогда можно будет забрать. Я думаю, ну так я так и буду смотреть эту рекламу и там играть в эту игру, пока не будет 500 долларов. Ну, и поэтому уже очень поздно. Единственное, что я нашел, чем себя занять, все-таки во время этих реклам я начал немножко растягиваться. Так что я даже рад. Но потом, когда там было, ну там вообще по одному центу, уже последние 200 центов были по одному центу. И иногда реклама не срабатывала, иногда там какие-то ошибки были, вообще непонятно что. Но в итоге я точно могу сказать, что когда у меня стало 499 долларов 98 центов, мне уже стали предлагать посмотреть рекламу без дополнительных центов. И я поэтому сразу же на приложении написал, что это обман. Хотя сам подумал, может быть, это потому, что я еще не добавил программу PayPal у себя на телефон. И поэтому я начал добавлять программу PayPal, но не смог. Потому что что? Не знаю, я забыл пароль, и у меня там что-то отключено. И если честно, меня это все очень раздражает. То есть вот сидеть смотреть рекламу меня не раздражает весь день. А вот эти вот всякие, не знаю, что там, PayPal какие-то. Так, что же меня еще раздражает? Да ничего меня не раздражает. Ну, не получилось, не получилось. Все равно там даже до 500 долларов не дошел. Я еще подумал, что... А, другая еще есть игра. Там можно выиграть там какую-то соковыжималку или что-то такое. Но я решил сначала попробовать эту, а ту... Вот я не знаю, есть уже смысл ее пробовать или нет, после того, как я понял, что оно как бы работает только вот на надежде, на первой надежде. А реклама это уже, то есть я уже прямо как этот пожиратель рекламы какой-то, то есть за такое надо вообще-то платить. Вот. Смотрел сегодня вторую часть этого фильма. Мне, кстати, сегодня даже... Вот я так спал долго, и мне снилось что-то по мотивам этого фильма. А как называется фильм? Я уже не помню. «Бегущий в лабиринте». В общем, я пока здесь стоял, у меня вот здесь вот побежал таракан. Где-то я его скрыл. Ой, да, он здесь. Я очень извиняюсь. Ну, это какой-то кошмар, на самом деле. А «Бегущий в лабиринте» нормально вроде. Единственное, что явно сериал там как бы специально так делают, что я теперь хочу посмотреть третью часть.